Всем привет! Мы с вами в Мерсине, и сегодня мы узнаем фишки про этот город, почему здесь стоит жить. Начнем мы с самых классных цен в Турции, да и вообще на общем рынке недвижимости. Здесь самые доступные, с условиями рассрочки, без процентов. И чтобы вы, увидев цены, не шокировались, я расскажу вам про медицину в том числе. Медицина – одна из лучших. Обновленный протокол, лучшее обслуживание наших пациентов, я на себе это испытал. Прекрасный сервис, лучшие лекарства и, конечно же, все это может быть доступно. Как начиная от самого сервиса, палат, операций, так и от цен на таблетки. Мы вкупе имеем цены дешевые на недвижимость, дешевую медицину, а мои коллеги продолжат дальше. Погнали! Здравствуйте! А я расскажу вам про исторические места города Мерсина. Если вам надоело лежать на пляже или купаться в бассейне, или просто вы хотите узнать что-то новое, есть куда поехать в Мерсине. Замечательное место Кыс-Калеси, замечательное место Канлы-Диван – это древний город. Также я вам рекомендую поехать в пещеру Семь Святых в Тарсусе. Куда еще можно поехать? Лыжный курорт, Каппадокия – да здесь миллион мест, миллион неизведанных, неистоптанных вами мест. Так что я рекомендую вам не только покупать квартиру, но и путешествовать в Мерсине. А дальше продолжит мой товарищ. В Мерсине есть Мерсинский университет. Это высшее государственное учебное заведение, в котором учатся более 29 тысяч студентов. Данное учреждение входит в топ лучших университетов Турции. А еще молодежи есть не только где поучиться, но и где провести свободное время. Центр Мерсина – это не только многочисленные парковые зоны, променадные зоны, фонтаны, шопинг-центры и, конечно же, кафе и рестораны. Еще раз день добрый. Мы менеджеры из Arbat Homes, из Алании. Сегодня мы первый раз приехали в замечательный город Мерсин. Нам наши коллеги из Мерсина показали местные достопримечательности, показали торговые центры, показали этот огромный прекрасный порт, огромную набережную. Мы были приятно удивлены. Еще раз убедились в том, что город Мерсин очень сильно развивается, то, что он очень привлекателен для всех видов туристов, для молодежи, для после 40 лет туристов, потому что есть здесь отдых для всех. И очень прекрасный город для инвестиций. Мы всех приглашаем сюда, еще раз всех воочию призываем это увидеть. Если будут вопросы, номер будет у вас на экране. Спасибо. Короче, друзья, мы ждем вас, где есть солнце, где есть чистое море, где есть натуральные овощи, фрукты и где есть экология, дорогие друзья. Это ваше здоровье и это моя родина. Все вас ждем, друзья. Я вас очень люблю и уважаю. Всем из Турции, из Мерсина большой привет. Чмоки-чмоки. Пока.